Ребята, всем привет! Не стал долго ждать. Решил перегнать спирт Церец, который я получил в Браге из Солода. Напомню, спирта сердца у нас получилось 3 литра, крепость 40 градусов. Разбавлю с водичкой, с 3 литрами воды. И попробую выжать оттуда по максимуму хорошего напитка. Чуть позже я покажу, как. Чуть позже я покажу вам, какой результат у меня получится. Брага на диких дрожжах второй раз бродит. Тоже шикарно. Гидрозатвор работает. Это видно. Думаю, что дней за 10, за 12, максимум 15, брага это будет готово. И мы еще раз попробуем отобрать спирт-сырец. На втором брожении, я думаю, что напиток будет гораздо лучше. Крепче, по крайней мере, 100%. Общий объем получился у нас 6 литров. 20 градусов. Посмотрим, что мы сможем отсюда выжить. При второй перегонке буду использовать сетку Патченкова из нержавейки. Сетку скручиваю поплотнее и засовываю в царду. Аппарат собран. Плитку включаем. Мощность сделаю 2 киловатта. На такой мощности буду нагревать куб до 60 градусов. Как только температура в кубе поднимется до 60 градусов, будет подача охлаждения запущена. И при второй перегонке я также винт Хоффмана не буду использовать. Он у нас перекрыт. Вот обратите внимание, говорил я про хомуты, про эти, что при 2-3 раз использования начинает капать, так как хомут протыкает шланг. При этой перегонке мы будем отделять и головы, и хвосты. Голов, я думаю, с нашего объема браги будет грамм, наверное, 60. Но это по запаху можно будет определить. А хвосты начнем отбор, когда в колонии температура вырастет до 94 градусов. Как только 94 градуса будет температура в колонии, нужно емкость для отбора тела убрать и начинать брать хвосты. Но я хвосты эти не беру вообще. Они мне не нужны. Так как не гонюсь за объемом, а беру только качество. Температура в кубе за 15 минут нагрелась до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы включить охлаждение, слабый напор. Но все зависит опять же от воды, у кого какая вода. Так, у нас напорчик пошел. Нет, слабенько. Открываем посильнее немного. А пока у нас будет приготавливаться алкоголь, мы займемся нарезанием печени из бобра. Это у нас будет закуска. Температура в кубе за 22 минуты нагрелась до 73 градусов. Сбавляем плитку до 1600 ватт. И думаю, что в колонии пока 26,7 градусов. Думаю, что через 6-7 градусов должны первые капели голов капнуть. Как только закапает, я, ребята, вам обязательно это сниму. Ребята, 26 минут. Температура у нас в кубе 86 градусов. Головы побежали. Плитку пришлось сбавить до 1200 градусов, чтобы головы отобрать на малые мощности, но вы видите, что головы бегут, запах есть, запах неприятный. Попробуем отобрать с запасом грамм 150.
голов отобрали 180 грамм. Приступили к отбору тела. Отбирать тело, я думаю, буду тоже на 1200 ватт. Посмотрим, какая крепость получится. Ребята, вот прошел час 15. Температура в кубе 91 градус. В колонне 88,9 градусов. Баночка у нас набралась полная. Сейчас мы ее поменяем. Баночку нужно заменить. Секунду. Сделаем вот так вот. Одной рукой не получается сделать. Что мы сейчас вот так вот. Оп. Эту банку убираем. Сейчас попробуем замерить, сколько градусов у нас получилось. Получился самогон. Пробовал. Опа. В банке в этой не показывает. Проваливается. Значит, выше 40 градусов. Отберем еще одну банку. Попробуем залить в емкость побольше. И тогда уже замерим конечный результат. А пока приступаем к приготовлению печени. Температура в кубе 94 градуса, в колонне 93. Отбор тела остановлен. Поставлена емкость для отбора хвостов. Все вместе, ребята, 6 литров спиртсырца 40-градусного. Получилось 1,5 литра. Замерить крепость пока еще не удалось, но я думаю, сейчас я это сделаю. Когда все перемешаю, и о конечном результате я вам скажу. А теперь делаем закуску. Печень бобра нарезана, лук нарезан с перцем, с чесночком. Сейчас будем ее готовить. Вот я и разбавил наш дистиллят, который у нас получился, с водичкой. С родниковой на выходе получилось 2,5 литра. Крепость напитка 45 градусов. Сейчас дожарим печень бобра и начнем дегустировать наш напиток. Думаю, качество получилось неплохое, потому что пахнет очень вкусно. Вот наша печень бобрика и приготовилась. Сейчас мы попробуем наш напиточек и закусим этой печенью. Ну, вкуснятина, конечно, получилась. Напиток даже можно не закусывать. Солод чувствуется. Крепость тоже. Ой, мощно получилось. Печень бобра еще шикарней. Так что, ребята, подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Хороших выходных вам. Удачи!